Давайте начнем. Ну ладно. Знаешь что, Синдри? Мы закрыли разрывы мира. Что? Не может быть. Правда? Нет, я не верю. Да, потратили кучу времени, но запечатали их. Невероятно! Нужна такая сила. Он говорит правду. Нет, врать вы не станете. Что ж, тут можно только сказать спасибо. И Вальди с сыновьями тоже бы вас поблагодарили. Ну, к делу. Что, для помещения праведного гнева? Я еще почистил подарок. А то кровище. Не забывай мыть руки! Куда же мы теперь пойдем? Побродили чуток по Нифльхейму. Откуда ты знаешь? Да эту вонь Вальди ни с чем не спутаешь. Кроме того, у тебя туман на башмаках. Давайте к делу. Не, в другой раз. Что мы тут делаем?
Жаль, мамы здесь нет. Хозяйка войны. После всякого боя она первой появлялась на поле битвы и вела души достойных воинов в Вальхаллу. Тяжкая задача, но она ею очень гордилась. Всякого боя не может быть. Все так. Конечно, ей помогали сестры. Но Гун всегда являлась первой. Ее суждение о павших не подвергалось сомнению, и потому Один весьма ее ценил. Она была его любимицей. Гёндуль. Прекрасная Гёндуль. И? А? И все? Прекрасная Гёндуль? А история? Прости, приятель. От вида Гёндуль у меня всегда перехватывает дыхание. У нее сладкие речи, быстрый ум и такая фигура, что она в самом прямом смысле сводила мужчин с ума. Один даже запретил ей появляться в Мидгарде, потому что безумцы в Вальхалле ни к чему. Это Гейрдрифуль, мастер оружия Вальхаллы. Отвечает за вооружение и тренировку инхериев Одина. Кого? Его армии на случай Рагнарёка, ведь затем Вальхалла и нужна. И инхерии ждут его в чертоге, бесконечно обжираясь, надираясь и предаваясь блуду. Когда настанет Рагнарёк, Один призовет их, и они пойдут за него в бой. У Гейрдрифуль хлопот полон рот с такими-то вояками. Это, друзья мои, Кара. Конечно, все валькирии по натуре вспыльчивы, но Кара — это само воплощение бури. Бури. Да, сперва спокойно, а потом воздух дрожит и начинается хаос. Это даже красиво, особенно если смотреть на это все из укрытия. А еще ее слезы омывают залитые кровью поля сражений. Это рота, избирающая убитых. Выбирают не все валькирии? Не все. Хотя именно это принесло им известность. Ведь это их первейшая обязанность. Ты сам видел, что стало, когда валькирии перестали судить умерших. Скитальцы. Верно. Рота, Гун, Скульд занимаются отбором павших после боя. Без них Хель переполнен душами, которым место в Вальхалле. Печальное зрелище. Рота наверняка в ярости. У нас Гейр, целительница. Валькирия целительница? Странно. Да, Гейр была странной.
очень тихой, спокойной, ее сестры как шумные горные реки, а Гейр как ласковый ручеек. Она исцеляла и смертных, и богов, и даже излечила одного всезнающего мудреца, который однажды перепил и сверзился с горы. Ай, до сих пор стыдно. Так-так, Хильдр, хозяйка битвы. Они с Одином на удивление хорошо ладили, а вот с прочими валькириями не особо. Ее чаще всего можно было найти здесь, в Мидгарде. Она наблюдала за распрями смертных, а то и сама их разжигала. Кое-кто считает, что она сама воплощение вражды. И что станет с ней теперь, когда она свободна? Ольрун. Когда-то она была дочерью могущественного вождя и пала в битве с разбойниками, защищая его. Ольрун приняли в Вальхаллу, но там она решила посвятить свое посмертие погоне за знаниями. Весьма необычный выбор, особенно на фоне беспробудно пьющих обитателей Вальхаллы. Как она стала валькирией? Один увидел в ней родственную душу. Он-то мог понять ее упорную тягу к знаниям. Он назначил Ольрун летописцем при валькириях. Это я почувствовал. Ha ha ha!
Йоста! Я не готов! Спасибо.
держись!
Беги за ними! Спасибо, друзья. Вы спасли Валькирии. Сигру, как все это вышло? Мимир, это ты? Тебя освободили, но... За свободу надо платить. Это правда. Бесчисленное множество зим мы служили все отцу. Но только благодаря его союзу с королевой мы получили долю свободы. Королева не ты? У Валькирии только одна королева. Богиня Фрейя. Когда Один обрезал ей крылья, я служила вместо нее. Но все отцу этого было мало. С помощью древних чар он наслал скверну на моих сестер. Я пыталась уменьшить ущерб, заточив их там, где они не принесут вреда, но я тоже потеряла себя. Сигрун, мне жаль, что я не сумел помочь. Мне надо было попытаться сделать хоть что-то. Что будет с тобой теперь? Я должна объединиться с сестрами. Вместе мы восстановим равновесие в мирах. Валькирии будут вечно вам благодарны. Ну, мы помогли. Кажется. А ты как будто не рад. Сложно радоваться, когда от тебя осталась одна голова. Я благодарен вам за то, что вы освободили Валькирий, но всего этого можно было избежать, если бы только... Ты сам сказал, голова. Это уже не важно. Прошлое остается в прошлом. Ого, а ты нынче прямо благодушен. Конечно, я доволен. Гномы пустят шлем в дело. Да, у твоего папаши одна песня. Есть такое. Так Фрейя королева Валькирий? Она нам не говорила, и ты не говорил. Объяснись, голова, или снова чары мешают? Вовсе нет. Фрейя и правда была королевой Валькирий. Они были частью свадебного дара от Одина и преклонялись перед могущественной богиней. До сего дня я даже не знал, насколько...
делу. Разрубишь кого-нибудь пополам, вспомнишь меня. Хороший. Заходи, когда что понадобится.
Надо привязать его к лодке. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Это последнее. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед!